Итак, друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь в стрелковом клубе «Снайпер», который находится за городом Киев, и буду продолжать тестировать гладкоствольные пулевые патроны от научно-производственной фирмы «Тахо». Сегодня я буду тестировать новинку 2018 года. Это пуля «Карат», усовершенствованная спин-версия пули «Болид». Вот так она выглядит. Давайте смотреть. Итак, пуля «Карат». Технические характеристики. Калибр 12,70. Вес пули 34 грамма. Максимальная скорость 420 метров в секунду. Уникальность этой пули является в том, что она имеет высокую точность, пробивную способность и останавливающий эффект зверя на самых дальних дистанциях. Поставляется в такой вот коробке в количестве 5 штук. Этой пулей можно стрелять абсолютно из разных сужений. Сегодня я буду стрелять из турецкого оружия AT-ARMS NEO 12. Почему-то многие охотники боятся стрелять из полуавтоматического турецкого оружия пулевыми патронами. Но я сегодня покажу, что пулей «Карат» абсолютно безопасно стрелять турецким оружием. Посмотрим, насколько кучно пуля летит. Стрельба сегодня будет на дистанцию 40 метров. К сожалению, здесь больше нету дистанции. Но я думаю, этой дистанции хватит понять, насколько кучно эта пуля прилетает. Давайте смотреть. Итак, давайте теперь сделаем первые три выстрела. На дистанцию 40 метров стреляем, значит, из цилиндра. Так, друзья, целимся в одну точку, чтобы понять, насколько кучно летит пуля. Не поправки не нужно никакие брать. Я сейчас целюсь в центр. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Так, патронов нету. Теперь меняем сужение, вкручиваем получок. Меняем сужение, вкручиваем получок и делаем три выстрела по другой мишени. К
как видим, что все нормально. Обязательно нужно дожимать. Так, теперь делаем 3 выстрела из получока по мишени номер 2. Смотрим. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Третий немножко дернул. Так, патрона нету. Меняем сужение. Так, а теперь вкручиваем чек. Так, и последний это у нас чок. Ну, ребята, вообще я думаю, что цилиндр в любом случае результаты лучше покажет. Сейчас сделаем еще 3 выстрела из чока и посмотрим, что у нас выйдет. Ну, как видим, пока все в порядке с оружием. Пули летят кучно. Немножко, конечно, отдача сильная сейчас. Жарко. Так, напоминаю, целимся в одну точку. Первый выстрел. Второй выстрел. Третий выстрел. Патронов нету. Сейчас мы выкручиваем чок. Смотрим. Со стволом все в порядке. Чок выкрутился. Давайте пойдем посмотрим результаты.
Так, мужики, вот наши мишени. Это мишень 1. Первые, значит, 3 выстрела из цилиндра. Видим, что разброс очень маленький. Все в центр пришло, кучно. Точка прицеливания у меня была здесь вот. Разброс вообще минимальный. Очень хорошо. Второй у нас получок. Получок немножко хуже результат показал. Получился чуть-чуть больше разброс. Вот такой вот результат. Это вторая мишень. Получок. И третья мишень. Третья мишень. Это у нас получился чок. Вообще отлично. Это, наверное, был второй выстрел, потому что немножко я дернул, и он ушел. Две пули вообще одна в одну практически зашли. И третья чуть-чуть в сторону. Видим, насколько кучно летят пули. Мужики, ну что я хочу сказать? Производитель заявляет, что пуля имеет высокую точность. Это действительно подтверждается. Пули пришли кучно. Это немножко отошла, но это мой уже бок. Я ружье дернул. Получок. В принципе, все в центр, но видим, результат хуже. Сейчас попробуем еще раз перестрелять. Посмотрим, что получится от получока. Цилиндр вообще замечательно. Разброс небольшой на 40 метров. Все в центре. Могу сказать, что я вчера стрелял из другого оружия, вертикального, этими же пулями. Результат получился немножко другой. Ствол верхний, получается, пули прилетали кучно где-то от центра левее сантиметров 10, а нижний ствол, наоборот, уходили вниз. То есть это зависит еще от ружья. Я вам покажу сейчас вчерашние мишени. Посмотрите, как прилетают пули из другого оружия. Давайте, наверное, сейчас пойдем перестреляем еще раз получок. Второй. Третий выстрел. Посмотрим. Так, вот, ребята, видим, совсем уже другой результат. Это первые два выстрела, по идее. А вот, наверное, третий пришел. Все равно я немножко ружьем дернул. Так что могу сказать, что из получока тоже неплохо. Это зависит еще от самого стрелка. Где-то ружьем пошевелил, где-то неправильно нажал спусковой курок, и получаются такие вот результаты. Тем более сейчас очень жарко, отдача сильная. И после 5-6 выстрела получается отклонение. Давайте посмотрим мишени из вчерашней стрельбы. А это результат от вчерашней стрельбы из вертикального ружья Верней Корон. Стрелял я тоже пулями карат на дистанцию 50 метров. Это вот результаты от стрельбы нижним стволом из цилиндра. Пули прилетают немножко ниже. Целился я в десятку, прилетели ниже. Вот, кучно, но ниже. Верхний ствол 0,25 цилиндр. Видим, немножко выше, но левее. Тоже прилетели кучно, на дистанцию 50 метров. Что я хочу сказать, что
из разного оружия будут показывать разные результаты. Это уже не зависит от пуль, а зависит от вашего оружия. В следующем выпуске я покажу вам новинки от фирмы Tahoe. Пуля Скорпион, вот такая. И пуля Шериф, вот так она выглядит. Еще тестирования этих пуль в интернете нету. Я думаю, я буду первый. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!